я думаю, тренер сделал так же, как недельный цикл. Готовились и сыграли игру примерно как недельный цикл, чтобы не было пропуска. Пытались отнестись к этой игре серьезно, но, к сожалению, не все получалось. Плюс не реализовали моменты. И часто в таких ситуациях бывает, пропустили гол, и потом было очень тяжело играть. Часто такие бывают игры, что тяжело с такими командами играть. Да, очень понравилось. Приятно было, что состав соперника был близкий к оптимальному, да, насколько мы видели. Приятно играть в премьер-лиге, тем более с родной нашей командой. Но обидно, конечно, любые мячи пропускать. И тем более в концовке чуть не дотерпели, там минуты 3, да, 4, по-моему, не хватило. Ну, у нас ребята тоже видели, команда молодая, как бы костяк тоже молодой, есть опытные ребята, и поэтому, ну, чуть не дотерпели, мы сейчас тем более немножко под нагрузкой, у нас тоже идет подготовка, у нас там в субботу игра, да, и поэтому только приятные впечатления от игры получили. Ну, конечно, очень приятно выходить на 10 минут и помочь команде, проигрывали 1-0, повезло сегодня, получилось все так, как получилось, отдал передачу Кулику и ударил по воротам с его же передачи, поменялись, можно так сказать. Конечно, очень приятно, когда зовут в основную команду. Так, для молодого могут очень много знать футболистов.